Заветный ключ к дверям лучшей жизни. Программа качества, как она реализуется в республике. Помогают ли мировые стандарты местным предприятиям и где они внедряются? Это вызов времени, и предприятия, которые не будут внедрять систему менеджмента качества, в конечном счете уйдут с рынка. Что необходимо сделать еще на пути к реальному благополучию? Специальный проект «Знак качества Чувашия». Смотрите 26 ноября в 20:15 на Национальном телевидении Чувашия.